А вы хотите прямо начать со своего доклада? А, прекрасно. Да, 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 давайте тогда так. Добрый день, дорогие коллеги. Ну, действительно, знаменательный момент для нашего шествия по маршруту изучения искусственного интеллекта. Год назад, когда мы проводили первое мероприятие, оно было такое более обобщенное на фоне шока от вот этих новых открытий, и выступления, соответственно, более такие были рефлексивные, с выдвижением гипотез, вообще оценкой общей, что будет для образования. Вот в целом за спиной уже год, и немножко страсти поутихли, динамика развития очень хорошо не останавливается, но уже и общественный интерес поутих, и глубина мысли, как мне кажется, прибавилась. Ну а главное, и почему мы вот и меняем немножко вектор, начинаем думать о практическом применении, о том, как эти инструменты включить в работу, какие там опасности, какие плюсы. Конечно, это практическая работа будет очень небыстрой и долгой. Это, по сути, вектор работы. Поэтому я в своем выступлении хочу сейчас рассказать, как мы в своей компании движемся и чем можем здесь похвастаться, какие у нас планы. Вот. Я тоже сразу по поводу того практического применения сразу всех немножко, считаю, скину с высоты больших ожиданий. Вот на мой взгляд, то, что мы имеем сейчас, это некий прорыв в технологии GPT. Но это действительно такой вот некий эффект качественного скачка. Но на самом деле, имею в виду, что уже скоро будет столетие, как вообще первоначальные эти открытия и сам путь нейросетей, моделей математических был открыт. В общем-то, за столетие не так далеко мы ушли. И вот та работа подспудная, она действительно от шага к шагу насчитывает десятилетия. Поэтому, как мне кажется, вот GPT мы с вами отработаем в течение нескольких там лет. Ну, а большая как бы работа, где искусственный интеллект войдет в нашу жизнь и существенно ее изменит, здесь тоже надо продолжать не уповать на мгновенные изменения, а, в общем, приготовиться к долгому пути. Ну, а теперь немножко два слова, почему мы в этой теме, почему вот наше издательство, издательский дом «Директ Медиа» включился так активно в эту тему. Мы проводим очень много различных мероприятий, ну и работаем сами. Но в первую очередь, потому что, конечно, все, что происходит в области искусственного интеллекта, это ключевые изменения информационного ландшафта, а издательство – это ключевой игрок на этом поле. Поэтому мы надеемся, что мы будем в ключе этих событий и тоже как-то влиять на эти изменения информационного поля. Ну а потом наш издательский дом специфический. Мы практически первое электронное издательство в России с 2000 года. Прошли разные этапы и применяли разные технологии, и мы в себе аккумулируем компетенции, как мне кажется, очень важные вот для этого исследовательского кейса. В первую очередь компетенции агрегатора цифрового контента, то есть электронной библиотечной системы, являемся одним из ключевых здесь игроков на этом поле, прежде всего, образовательного цифрового контента. У нас есть компетенции научного издательства. И здесь тоже целый ряд требований и интересных возможностей развития. Мы являемся и, конечно же, имеем компетенции разработчика программного, прежде всего, информационно-образовательной среды вуза, цифровых платформ. В общем, все, что могут здесь сделать программисты, это все нам близко.
Ну, в общем, инструменты искусственного интеллекта, как можно понять, это действительно не просто то, что мы наблюдаем там и обсуждаем, а то, что является частью наших компетенций, наших продуктов. Ну, и я буквально два слова скажу, что я сам лично здесь в этой теме участвую. И прошлое выступление год назад я как раз посвятил тому, что вот в этом феномене искусственного интеллекта основное внимание нужно уделять не столько тем изменениям в программной среде, которые хоть и быстро происходят, но на самом деле медленно, сколько изменений в ментальной структуре человечества, которая действительно радикально меняется и гораздо быстрее происходит, и гораздо более серьезные последствия имеет, потому что не то, на мой взгляд, существенно, как искусственный интеллект к нам адаптирует, то есть как компьютер нам помогает и меняет наше окружение, сколько существенно, как мы готовимся к этому, вот, к его встрече, к его приходу, и мы себя меняем в первую очередь очень быстро. И вот все, что называется цифровое мышление, цифровая трансформация, это на самом деле обширный спектр, который имеет своей целью вот действительно адаптацию, нашу адаптацию к компьютеру. И упустить вот эти вот изменения было бы совершенно неправильно. В общем, не то, как важно не то, как могут ли мыслить компьютеры, а важно то, как мы будем мыслить вот в свете этого всего. Ну, а касательно вот той второй тезис, который вот, я считаю там очень важный, особенно в свете вот открытий GPT и для нашей отрасли, что несмотря на вот весь шум и интерес, для нас ключевым является развитие в векторе не генеративного интеллекта, а экспертных систем. И вот здесь все гораздо медленнее, но, на мой взгляд, намного существеннее. Я постараюсь показать на наших примерах. Ну, а третий как бы тезис, который, мне кажется, очень важно, что для нас сейчас всех сверхзадача – это сделать из искусственного интеллекта инструмент именно, то есть найти модус взаимодействия, а не соперничество. И в этой связи, конечно, наверное, первая и самая такая острая проблема – не позволить инструментализировать искусственный интеллект и сделать его некой имитацией человека, не позволить своего рода такому интеллектуальному мошенничеству подложить результаты и работы искусственного интеллекта вместо деятельности человека. И вот в образовании, на мой взгляд, это вопрос вопросов, чтобы это все не превратилось в какой-то аппарат для подделки курсовых, да, стало все-таки, пусть даже более скромным, но инструментом помощи для нас, чтобы наша образовательная среда, окружение стало благодаря этому более интеллектуально, а не более примитивно, что очень-очень даже может быть. Вот такие три момента, которые я хотел ввести. Но теперь подробнее о том, над чем мы работаем и где можно применить в книгоиздании, вот в нашей сфере, искусственный интеллект. Ну, наш основной фронт работы – это цифровые платформы, платформа книг, электронно-библиотечная система. Она по своей природе информационная база данных. В простейшем виде такие вот платформы ЭБС, они просто служат, чтобы пассивно представить доступ к книгам, контенту для читателя, то есть просто подставить электронную книжку вместо читателя. Но вот если мы развернем задачи такой платформы цифровой в активном смысле, в активной парадигме, то сама платформа становится и контентом, и актором. Платформа, и мы видим это уже по примерам самых удачных решений и больших
проектов платформа научается вести читателя, определять, что он будет, что он не будет читать, что ему понравится, что не понравится. Для таких цифровых очень важно. Она помогает читателю определиться то, что он ищет, что ему нужно. Вот в этом смысле платформа и становится экспертной системой. Она способна предоставлять готовые решения, она наравне с человеком. Это уже не просто собрание книг. Да? Ну и те фрагменты, где мы ищем места для искусственного интеллекта, во-первых, искусственный интеллект помогает достичь интеллектуальной полноты там, где ее на платформе не достает. Поскольку платформа – это всегда там десятки и сотни тысяч объектов, таких мест узких очень много, не хватает рук, где-то человеческая ошибка и очень много ну, таких вот дыр, да, как в библиографических записях, в аннотациях. И вот в этой ситуации инструменты ИИ выполняют служебную работу, которую раньше делал человек, и позволяют создать более совершенный продукт. Второе направление на платформе у нас – это, конечно, маркетинговая работа. То есть здесь ИИ должен помочь персонализации поиска, рекомендательных сервисов, очеловечению диалогового режима взаимодействия с человеком и компьютера. В общем, может ориентироваться и привлекать человека, мотивировать его работу. Ну и, конечно, базовая такая третья задача – искусственный интеллект, вообще компьютер, автоматизирует работу, которую делает человек, который недостойна как бы человека. И здесь позитив, который мы ожидаем, просто повышение производительности труда. Вот благодаря этому цифровой контент очень сильно дешевеет. Если мы сравним сейчас печатную цифровую книгу, то уже эти разы там составляют десятки раз экономии труда. Но все-таки ключевая, еще раз напомню, задача и вопрос не в том, как меняется платформа, а как человек меняется по отношению к платформе. В конце туннеля мы должны прийти к тому, чтобы человек научился потреблять платформу как целое, а не как традиционную книгу. То есть потреблять информацию платформенно, а не книжно, так образно говоря. И это, конечно, совсем другая парадигма. Что мы делаем в электронной библиотечной системе? Как я сказал, ЭБС – это экспертная система, сопровождающая учебный процесс, предоставляющая знания, учебные книги и контент. И здесь мы выделили несколько функций, в которых используем или работаем над тем, чтобы использовать ИИ. Ну, во-первых, как я сказал, заполнение данных. Каждая книга содержит множество метаданных, которые зачастую недостаточны, ошибочны. И вот здесь мы создаем программное обеспечение, которое создает и редактирует библиографические записи. Для нашей работы, вот работы университетской библиотеки, это очень важный такой параметр. Создание ключевых слов, которые по текстам, которые помогают поиску и навигации. Еще один инструмент, вот здесь можем сказать, что уже его создали и используем, аннотации к книгам. У нас 150 тысяч на платформе. Есть книги, на которых нет просто аннотации, где они отсутствуют, мы запускаем GPT и получаем достаточно достойные такие аннотации. Вот этот инструмент рабочий и полезный, но, в общем, он лежит на поверхности. Установление смысловых связей между книгами. Мы привыкли с тем, что каждая книга – отдельный объект, да, но на самом деле смысловым образом они связаны друг с другом, и мы создаем из текстов гипертекст, то есть ищем вот эти взаимосвязи, разъясняя, ну, находя смысловые узлы,
там, скажем, дополнительную информацию о каких-то исторических деятелях, там, об исторических местах, событиях и так далее, и так далее. Вот. Но это большая такая задача, которая пока у нас в работе. Персонализация доступа, когда каждый читатель получает то информационное предложение, которое адаптировано под его потребности. Вот выявить их всех и, соответственно, подстроиться под него, это тоже такая большая задача, которая в работе. Ну и, наконец, персональный тьютор, замена коммуникативных функций человека-преподавателя, ну, чатом GPT, скажем так, в опциях тестирования, экзамена, дискуссии, прежде всего изучения иностранных языков. Вот это мы в нашем ресурсном центре иностранных языков разрабатываем, когда после какого-то там прочтения топика человек может побеседовать по его теме с компьютером и проверить усвоенные знания. Это касательно платформы. Теперь что можно сделать с инструментами ИИ внутри книги? Научная книга, она сама по себе информационный объект, и тут, ну, уже существует, и можно понять, в чем можно доработать книгу. Но прежде всего это научный аппарат монографии. Мы говорим в первую очередь о монографии, вот имеющей такие повышенные потребности. Научный аппарат, включающий, например, индекс имен, индекс географических названий, отдельное направление, ключевые слова и темы, то есть тезаурус книги, саммари, краткое обобщение каждого раздела и итоговый автореферат, краткое изложение книги, да, некий смарт-лук, тоже оглавление. То есть это доработка такая, и наша задача сделать это в книгах, в которых нет такого аппарата, да, в каких-то они есть, в частности, в нашем проекте открытой монографии. Ну, про тестирование не буду много рассказывать, потому что у нас это еще предстоит. Здесь интересные и у нас разработки. Ну и главное, что книга превращается в тоже в такой комплекс, где вместе с текстом существует контрольно-проверочный элемент. То есть это меняется концепция книги. Опять-таки назову, но не буду в детали разворачивать инструмент «Искусственный интеллект читает книги». Здесь речь идет о подготовке книги к аудиоозвучке. Мы сами не создаем речевой синтезатор, используем какие есть. Но вот перевести книгу из письменного режима в устный – это довольно сложная задача. И чтобы это произошло, чтобы избежать вот этих ошибок, искусственный интеллект полностью восстанавливает контекст. Он как бы расшифровывает текст, соответственно, избегает ошибок. Вот благодаря этому тоже мгновенно могут сотни тысяч книг быть озвучены и в довольно хорошем качестве. Еще один инновационный программный продукт, который мы разрабатываем, аналитик чтения, он определяет комплексность, сложность текста. Вот. И здесь опять-таки гибридные технологии, не только нейросети, определяется, какому возрастному уровню соответствует этот текст. Соответственно, преподаватель получает возможность активно, ну, использовать именно то, что нужно ученику, мотивируя его к чтению. И еще один инструмент Express Translation – это уже с машинным переводом. И здесь мы опять-таки не улучшаем как-то системы, не разрабатываем систему машинного перевода, но мы готовим тексты для этих машин. Мы их подбираем, именно те тексты, которые хорошо ложатся на тот или иной систему машинного перевода, который каждый, конечно, имеет свои специфику, плюсы и минусы. Вот такая предварительная работа, она, собственно, тоже очень интересная и дает в итоге хорошие результаты.
Ну, про издательскую подготовку книги это обычно на книжных конференциях обсуждают, что можно, как можно оптимизировать процесс редактирования, оформления книги. Это я просто в назывном порядке. Ну и, наверное, вот самое интересное, что для нашей конференции, это искусственная лаборатория Direct Media, лаборатория ИИ, да, я хотел сказать, где мы для университетского сообщества, прежде всего для студента, организовали лабораторию, в которой студенты на волонтерских началах проходят некую практику. Мы обучаем машинному обучению, это некая школа промптинга, а в общем-то мы решаем практически наши задачи с привлечением студента, и полезное, как говорится, и для нас, и для студентов. Ну и один из таких тоже ярких событий – это онлайн-курс «Креативный интеллект», который был поддержан грантом президентских инициатив. Курс, который в дальнейшем будет открытым, выложен, подготовлен и выложен для всех творческих профессий, как работать со звуком, с изображениями и так далее. Так что вот наша работа в этом направлении, как маленький отчет перед вами за прошедший год. Благодарю за внимание. Да, есть ли какие-то вопросы? Коллеги, вопросы? Да, для того, чтобы задать вопрос... Да, дождитесь, пожалуйста, микрофона. И называйте себя, чтобы люди в онлайне Общемировская понимали. Академия, Центр разных трудовых технологий. Русин Павел Владимирович, наш сотрудник. Скажите, а вы можете сформулировать вот эту вот новую парадигму, которую вы продекларировали, и понятие активная парадигма, пассивная? Перестройку мы уже одну пережили, понимаете? Честно говоря, были... плачевные у нее результаты, и тогда тоже кричали «новое мышление» там, да, и все остальное. Спасибо. Ну, здесь я не замахивался прямо на новую парадигму. Вообще имеется в виду, у меня имелось в виду, что это все-таки парадигма платформенного, платформостроения, да, цифровых платформ, не те сайты прошлого поколения, которые просто... воспроизводили контент, а, так скажем, платформы нового поколений, которые способны определять какие-то задачи, вести по ним, реализовывать. Ну, на мой взгляд, это уже давно происходит, и, как я сказал, продвинутые платформы, ну, даже те же YouTube, своими рекомендательными сервисами, ну, по сути дела, уже рулят нами. Вот хотим или не хотим, на эту парадигму уже пришлось перейти. Александр Минаков, преподаватель университета «Синергия», директор по развитию IT-компании «Спарк Интеграция». Этой зимой я столкнулся с такой проблемой, подготовил учебно-методическое пособие по работе с нейросетями. Сделал скриншоты современных сервисов, все, значит, прописал, получилось порядка 150 страниц. Отправил в одну редакцию, там попросили переделать под требования, ну и, скажем, не очень... приятные условия для автора предложили. Да? Это безвозмездная передача авторских прав на 15 лет на эксклюзивной основе. То есть, ну, скажем так, совсем неинтересно. И решил передать в другую редакцию. Там меня начали, скажем так, требовать от Сбербанка и от Яндекса согласие с скриншотами, которые я сделал. То есть это тоже очень долгая история. В итоге прошло уже почти полгода, я так и не выпустил это методическое пособие. Понятно, что уже и все нейросети немножко изменились. А есть ли на вашей платформе какая-то система, чтобы можно было, вот разработал учебное пособие, его вам отправил, вы что-то подкорректировали или сказали подкорректировать, и оно запустилось? Да, конечно, вам надо было сразу к нам обратиться, тогда мы все это... Мне кажется, этот вопрос такой достаточно колуарный, он требует развернутого ответа, и мне кажется, вам хорошо бы было это обсудить с Константином Николаевичем где-то в кулуарах. Это просто рабочий технический момент, я думаю, что... Да, мы обсудим, но в целом, да, вот как раз у нас есть такая автоматизированная система экспертная, где автор, по сути, загружает свою работу, и дальше по этапам идет уже автоматизированная обработка его контента. И как раз заключается договор автоматически, и все, что можно делается онлайн.
У нас вопрос из президиума. Константин Николаевич, во-первых, спасибо за хороший доклад. В том смысле, что я вот услышал, очень меня волновало всегда с терминологической стороны искусственный интеллект. И вроде как бы за словом интеллект прячутся важные такие технологические моменты. Вот как вы считаете сейчас при построении, ну скажем так, новых информационных продуктов, может быть, как раз из-за искусственного интеллекта, назовем это так, может быть, интерфейсы, проблемы интерфейса отойдут на второй план? И как бы следом вот еще один вопрос. Получается, что качество информации, которое собирается, может напрямую влиять на качество того искусственного интеллекта, да, который мы можем получить. То есть, как вы сказали, экспертные системы. Не открытый интернет, не совсем big data, да, где просто ну, невероятное море информации, но никто не понимает, насколько они верифицированы данные. Первый вопрос про интерфейсы. Вот да, второй отвечу сразу, это очевидный, да, поэтому сейчас и множатся системы GPT, потому что они как бы на разном питании, да, разные качества контента, разные способы подхода, обработки к нему, поэтому получаем разные результаты, так что тут, я думаю, будет двигаться и дальше, надеюсь, там именно в качественном смысле. А вот первый вопрос, да, интересный про противопоставление как бы интерфейса и того, что внутри системы, и сможем ли мы как бы здесь переменить ситуацию. Но как гипотеза, я бы вот ее тоже подхватил. На мой взгляд, такие системы в чем-то вообще снимут проблему интерфейса, позволяя, ну, сейчас все начало диалога строится именно через интерфейс и определяясь им, да, если система способна к обратной связи и к более глубокому диалогу, то ей достаточно гораздо более простой интерфейс, там, без лишней параметризации, она быстро на ваши проблемы выходит и уже идет диалог по сути, а не вот основываясь. То есть можно сказать одной строкой, наверное, будешь, да? Да, 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 это хорошо. Коллеги, я прошу прощения, давайте мы прекратим уже, потому что у нас 5 вопросов из онлайна. У нас в онлайне сейчас сидит 320 человек, и да, вопросов достаточно много. Я не все вопросы озвучу, у нас 5 вопросов, но мы выбились уже из графика на первом же нашем докладе, поэтому я озвучу 2 первых вопроса. Геннадий Егоров задает вопрос, проводится ли экспертная оценка результатов работы ИИ человеком-экспертом, прежде чем выдавать пользователям-студентам? Спасибо. Какой вопрос? Ну, на мой взгляд, если проверять человеком результаты ИИ, то это уже человеческий продукт. Да? Наш интерес как раз, что нам компьютер даст без вмешательства человека. Вот. Но там, где любой практически использование, то, что я все наши прикладные программы обсуждал, практически везде мы не даем этот результат голый от ИИ, а везде опосредуем его человеческой доработкой и проверкой. Так что это пока безвыходно. И второй вопрос. Нельзя ли уже сейчас назвать компетенции, необходимые для включения искусственного интеллекта в учебный процесс? Лара Синельникова. Соображать надо, что включить, а что нет, наверное, главная компетенция. Ну, наверное, имеется в виду в вопросе, какие именно компетенции вот легче всего с помощью вот этих инструментов выявлять. На мой взгляд, вот на первом месте среди всего, что пока вот удалось добиться, это именно системы тестирования. Вот искусственный интеллект очень хорошо их формулируют, они сами по себе трудоемкие, и для процесса образования это все-таки самое важное, да, проверять знания, а не только вот их транслировать. Коллеги, всем спасибо. Нет, мне присылают отдельно вопросы, спасибо. Значит, давайте тогда на этом мы первый наш доклад закончим, потому что...
Можно я задам вопрос, на который не надо будет отвечать, а мы потом, может быть, в кулуарах, да, обсудим. У меня вопрос там примерно такой. Вот смотрите, если внедрение, ну, появление, да, последние годы генеративного искусственного интеллекта привело к революции, да, определенной, совершенно очевидно, мы это явление наблюдаем, можно ли какой-то экспертный прогноз такой, проводя параллели с промышленной революцией, которая привела в конечном счете к появлению рабочего класса и Октябрьской революции, какие социальные подвижки в будущем, да, можно ожидать с появлением генеративного искусственного интеллекта? Ну, это вопрос такой, да? Он, да, 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 глобальный, вот именно мы все ждем. Спасибо.